не можем с Пашей никак распалить мангал, короче. Пошли по территории дрова искать. Что там? О, он нас преследует, этот мудак. Это его территория. Он говорит, куда пошли? Ходим по территории, дрова ищем. Этот лебедь нас преследует. Ух, гад какой. Вон его, теремок. Ну, пошел отсюда. Дров не нашли, как видите. Опасно, крокодил. Опасно, крокодил. Я не знаю, как распылить мангал. Но нам чуть хочется шашлыков поесть. Вот. И жираф такой говорит, и я буду есть шашлыки. И я... А это слепая, слепая лошадь говорит, я не вижу шашлыков. Сейчас что-нибудь сделаем, что-нибудь придумаем. Пока крылышки готовятся, я покатаюсь на качельке и порасслабляюсь. О, тема. Вообще люблю качели. Мне очень нравятся качели. Они так успокаивают нервы. И ты чувствуешь такое ощущение полета. Ноги отпускаешь и летишь. Вообще класс. Я в Киеве с Игорем Классом постоянно катался на качелях. Там были такие две параллельные качели. Но мы на них так экстремально катались. Игорь Класс помнит, да, чувак? Ты помнишь, дружище мой, как мы катались на качелях? На Ивана Неходы. Улица такая есть. Ты помнишь это? Как мы там синие катались. Вот. Так что качели — это вообще очень забавная штука, круто. Кто придумал качели, тому 5. И еще я нашел здесь, в рыбацкой деревне, отличное, крутое дерево. Если я не ошибаюсь, то вот это прекрасный тис. Вот он. Один. И вот он второй. Береза, вообще она как бы курит. Вот тис. Я сначала ходил, трогал. Я просто маленькие их видел. Я крымчанин. И видел их маленькими, небольшими. А здесь, вы посмотрите просто. Это тис. Вот он. Их тут 2. Они настолько привередливые, эти деревья, они реально не везде растут. Они растут даже только с той почвой, с которой ее взяли. То есть, если вы хотите тис пересадить, вы берите его с этой почвой. Ну, насколько я знаю. Я читал об этом. И это очень старое дерево, тис. В ботаническом саду есть там тис, там какой-то вообще там 30-тысячелетний тис. Здесь я нашел тис, но это просто круто. Он еще и с ягодками. Смотрите. Тис. Вот по этим ягодкам я узнал, что это тис. Слов нет у меня. Я люблю природу. Я люблю тис. Я люблю, блин, ну, кататься на качелях. А что? Это очень круто. Садишься и полетел в космос. А ребятки там пусть мясо жарят, ну, потому что... Я люблю мясо, тис и качели. Пока.